Всем привет, с вами Танами, и я играю в Sims 4. Лидия продолжает повышать навык рисования. Он у нее какой? Давайте посмотрим. Кстати, где он? А, вот рисование. Он у нее почти 8. А нам нужно еще 4 навыка до 8 уровня прокачать. Давайте посмотрим, что у нее. Это, по-моему, да, это последняя ступень этой жизненной цели. Мы ее выполним и будем довольны очень. Да, все остальные симы спят. Лидия, давай дорисовывай картину, потом отправишься в душ. Да. Принять душ. Давай. Ты хоть бы переоделась, я не знаю. И я так подумала, надо нашему Фотису, точнее нашего Фотиса, устроить в карьеру ученого. И кого бы нам из девчонок выбрать? Все-таки, наверное... Блин, ну они мне обе нравятся. Хотя обжора, это у него будет постоянно падать голод. Точнее, питание. Даже не знаю. Или же все-таки выбрать Лукрецию. Она ревнивая. Но она ревнивая. То есть нам придется помучиться. Куда там Лидия рванула? Ты рисовала картину? Слушай. Лидусь. Дорисовала? Да, дорисовала. Пусть она ее продаст. Она так и не докачала навык. Садик. Ой, красота. Эй, ты чё топчешься по нашим растениям? Все, садовник все сделал. Почему он не собрал урожай? Собрать весь урожай. И пошел. Пошел гулять. За что мы платим, непонятно. Нарисовать импрессионистскую картину. Окей, мы это выполним. Без бассейна как-нибудь обойдешься? Нет! Господи! Ты обалдела, ладно. О боже, вам же места всем не хватит. Что же ты творишь? Лидуся, как ты меня подставляешь? Ну что ж, так тому и быть. У тебя он. Кто там тебе звонил? Лукреция, я так поняла, не увидела. Блин, Лидия. Какого фига? Зачем? Что ты делаешь? О, коровка есть. Давайте это продадим. Давай, продавайся. О боже, Лидия, что же ты делаешь? Как мне потом всем симам устраивать жизнь? Вот объясни мне. Вот пусть тебя корова сожрет. Будешь знать, как такие желания хотеть. Так, давай. Ой, коровку надо переместить. Подождите. Коровку, а то она ее сожрет, и потом будет плохо. Багаж. Да. О, все, у нас 10 коровок есть. Ай, давай. 10 коровок у нас есть. Это хорошо, эту штуку мы продадим. Так, и мы можем, в принципе... строить магазин, но у нас нету бабла. Но Лидия сейчас пойдет нарисует еще одну картину. Импрессионистскую картину. Давай большую рисуй. Думаю, тебе хватит потребности, чтобы это сделать. Гриш, сколько тебе до работы осталось? 6 часов. В принципе, нормально. Но ему нужно по работе... играть в видеоигры. У него 8 уровень. Он продвигается. Так, давайте пусть он встает.
чистит унитаз. Почистить. Давай, поднимайся, коровушка моя. Так, как там это делается? Выберите, купить розничный магазин, купить ресторан. Давайте посмотрим. Вот так вот. Так, посмотрим. Я никогда этого не делала. Поэтому, то есть, с магазинами не имела дела. В принципе, мы можем участочек какой-то купить маленький и там организовать магазинчик. Почему ресторан? Так. 30 на 30. Ну, давайте, наверное, вот этот вот 20 на 15 купим. Хотя у нас денег сейчас нет. Нет, потом. Пусть Лидия рисует картины, продает их и таким образом будет зарабатывать нам денежки для магазина. И мы там устроим продажу коровок, если это получится, конечно. Не знаю, как это организовать. Будут ли эти коровки жрать посетитель, так их будет 10 штук? Даже не знаю. Гриша чинит унитаз. Потом он пойдет покушает. И да, я все-таки устрою Фотиса в карьеру ученого. Заодно посмотрю, что это за карьера такая, потому что я говорю, что я, когда выходили эти дополнения на работу и прочее, я особо не играла. Но будем вместе с вами все смотреть. Хотя уже везде, на всем Ютубе это все есть. Ну да ладно. Так, Гриша, что у тебя там? Давай доедай и пойдешь играть в видеоигры. Где-то компьютер, я теряюсь. Пойдешь играть. Играть в игру убежище. Лидия, давай, давай, давай. Немножечко осталось. Совсем чуточку. О, да. Так, она качнула навык. Ну, пусть она дорисует картину. Давай, дорисовывай. Что там наша Симофотис спит? Димитра почти выспалась. Можно ее отправлять кушать? В принципе. Давай, Лидуся. Молодец. Продавай коллекционеру. Подождите, а почему мы не можем продать в картинную галерею? Или это только шедевры продаются? Давай, продавай. Что она хочет? Повысить уровень навыки рисования? Ну, это мы сделаем. И она хочет зачать ребенка. Господи. Это просто какой-то кошмар. Я не знаю, что с этим делать. Гриша 3 часа до работы. Вот, Гриша, там и оставайся на работе. Нифиг. А, боже, это просто капец. Что у тебя там? 25% готово. Но он должен успеть, в принципе. Димитра. Димитра, иди. Иди, 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 иди. Что, последнюю забрала? Что ли? Нет. Что с тортиком? 6 дней. Так. А почему? Взять порцию. Димитра проснулась. Что наш клуб?
Лукреция все еще подросток, Илья подросток, Вера молодой персонаж, между прочим. Подросток и подросток. Сколько тебе, Димитрочка, осталось до взросления? У-у-у, еще очень долго. Малыш Гоша спит, он голодный. Боже мой, надо его срочно покормить. Нет, не так. Открыть. Достанем тарелочку. Блин, она пустая. Нет. Ну, давайте тортиком, наверное, покормим. Что делать-то? Что-то у него игрушка. А, на нем свечи, все. Так, Лидия, 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 Лидия. Лидия доедает. Давайте попросим, пусть она приготовит что-нибудь. Если подать обед. Лапша с чесноком, макароны с сыром. Ну, давайте, пусть это приготовит. Где тарелку дело, а? Признавайся. Куда ты тарелку дело? Почему я постоянно должна искать тарелки? Куда ты ее дело? В багаж, что ли, положила? Да уж. Как же вы задолбали вот это вот. Она спать хочет. Надеюсь, она успеет доготовить. Димитра. У Димитры досуг не очень. А где твоя домашка, ёшкин кот? Или она еще не ходила в школу? В общем, ладно. Пусть пока телек посмотрит. Фотис проснулся. Пойдет с коровой. Я надеюсь, ты не собираешься там торт кушать. Он ничего... Да! Я так и знала. Иди гуляй. Нет. Никакой торт. Кормить. Я тебе съем сейчас. Ишь ты, блин! Вот это если бы у меня было ограничение с неуправляемой династией без рук, то все, это был бы капец. Покорми, правильно. Потом сходишь в туалет. Лидия, что ты сделала? Взять порцию. Лидия пойдет спать. Спать. Давай, иди спать. Что с нашей плитой? Гриша, ты закончил для работы? Да, закончил. Иди почини плиту. Хватит играть. Фотис, 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 Фотис. Фотис в туалете. Потом он возьмет, покушает. Димитра. Димитра. Артур, Илья. А давайте... Пусть Димитра с Ильей подружится. Хотя такой паренек, как Артур Гот, мне бы тоже хотелось. И вот опять у нас выбор. Хотя у него с Ильей вон неплохие отношения. Давайте его пригласим. А что у нашего Фотиса? Они все еще подростки. Гриша, ты починил плиту? Вот скажи мне, пожалуйста. Ты как-то быстро это сделал. Да, он починил плиту. Хорошо. Фотис, 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 Фотис. Что у тебя там по мечте? Достичь уровня 4 в навыке траволечения, приготовить на костре 2 блюда из жуков. Жуков у него не осталось. Так, давай, иди встречай своего друга. Так, обсудить теорию цвета. Респект и уважуха. Фотис, 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 Фотис. Кстати, ему нужно устроиться на работу. Давайте это сделаем. Фотис.
Давай, общайся с ним. Ай, ну почему не нажимается? Так, детектив ученый. Да. Хвастаться нарядом, простите, поделиться секретом. А, так, жаловаться на режиссера. Что это за часики такие? Обсудить лучшего скрипа. Выдать глубокую тайну. Так, Фоти, что тебе по работе? Сделать 6 открытий. Так. Давай, Фоти, повышай досуг. О! Давайте, пусть он соберет урожай. Так. Способствовать росту. Грушевое дерево. Так, навык повысил. Хорошо. Кстати, мы можем ему купить вот это вот приспособление для исследования. Не помню, как оно называется. Блин, ребенка надо срочно покормить. Его забрать же могут. Так, давай, поднимайся. Взять порцию. Вставай, 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 вставай. Так, Димитра, куда ты собралась? Иди дальше, общайся с парнем. Обнимем. Так, спросить про сюжет фильма. Поделиться секретом, поднять настроение. Хвастаться нарядом. Поделиться секретом. А где тут хоть одно романтическое действие? Искренний комплимент. Фотис досуг у нас повышает. Что ты там, кстати, собрал? Коровушку еще одну. Это мы продадим. Коровушку мы переместим в багаж семьи. Так. Фотис, я тебе предлагаю сейчас отправить... как это делается? Отправить счастливое сообщение. Кому мы можем отправить? Либо Виктории, либо Лукреции. Почему Виктория у нас первая в списке? Давайте Викторию отправим. Ксюша проснулась, она хочет поболтать с Фотисом. Фотис, ты отправил сообщение? О, сегодня, правда, отличный день. Фотис, давайте прогуляемся и насладимся погодой. Давайте прогуляемся. Выбрать себе компанию? Нет. Эй! Она что, не одна пришла? Панкейк Закия. Господи, что за имя генератор мне выдавал? Ты кто такая? Ты подросток тоже? Почему не пишут? Блин. Стоять! Почему не пишут? Какая у них возрастная категория? Что за нафиг? Так, давайте, пусть они общаются. Хвалить наряд. Что еще? Поднять настроение. Узнать лучше. Обсудить лучшего скрипача. Почему нет? А, романтических действий нету, потому что она еще подросток. А Фотис как бы уже молодой персонаж. Играть в видеоигры обойдешься. Что ты хочешь? Давайте обнимем.
Ну, будем ждать, пока они повзрослеют. Кстати, надеюсь, они не одновременно будут взрослеть. Вот кто из них первая повзрослеет, значит, та пара и нам и будет. Ну, почему нет? В общем, пусть они тут развлекаются, а я отправлюсь обратно домой. Пока там Фотис развлекается, мы займемся нашей Димитрой. Так, Лидия, ты чё встала-то? Что у тебя с потребностями? Иди дальше спи. Иди спи дальше. Ты должна выспаться. Так, Фотис, Фотис, Фотис. Заботиться о себе, общаться с... Общаться... Ну вот пусть с ней общается. Димитрочка, Димитрочка, мы тарелочку. Стоять. Так. За Симами надо следить и следить. Что тут творится? Так, респект увожу куха, узнать лучше. Почему тут самостоятельно не появляются романтические действия? Романтика. Нет, мы пока не будем это делать. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Попросить почитать книгу. Иди, пирамидка, играйся. У тебя есть вон пирамидка. Ксюша играет на компьютере. Иди, сходи в туалет. Использовать. И потренируем космического монстра. Кстати, какой он там уже? А что у тебя тут тарелка делает? Так, давайте отправим его в холодильник. Ты домашку, кстати, выполнила? Нет, она не выполнила домашку. Начать собрание. Так, малыш играется, его не переодевала пока что. Ты чё плачешь, господи? Узнать, как прошел день. Выразить восхищение. Спросить про Вуху. Кстати, какие там действия в романтичке? Хвалить внешний вид. Блин. Я не хочу специально намеренно лезть в романтические действия. Тут вот должно появиться. Стать лучшими друзьями. Поделиться секретом. Сплетничать. Господи, что ты плачешь? Показать пародию, сплетничать. Так, давайте посмотрим. Спросить о карьере, обсудить лучшего скрипача, обнять, искренний комплимент. Кто там обделался? Хвастаться нарядом. Я не знаю, как добиться, чтобы тут... Наверное, никак не появится тут романтическое действие. Судить интересы. Поднять настроение. Пожалуемся на родителей, почему нет, она все-таки подросток. Так, Ксюша. Ксюша, Ксюша, да, она пойдет делать домашку. Что у тебя там с горшком, кстати? Подожди, подожди, Димитра, куда ты? Не уходи. Поделимся идеями. Почему не появляется тут романтическое действие? Ялик, Вороби, Мума? О, Вишариба.
Хвалить наряд. Это, по-моему, оно. Да, вроде бы было. А нет, тут хвалить внешний вид. Спросить про уху. Еще раз похвалим. Лидия что? Лидия спит. Малыш. О! Пользуется памперсом. Ладно. Пусть таки будет. А, Ксюша делает домашку, как нормальный человек за столом. Так, Фотис, что там делаешь? И отправим Фотиса обратно. Все. Давайте посмотрим на отношения. Так, Фотис, покажись. По-моему, Лукреция повзрослела. Отлично, молодой персонаж. Ну, а Виктория? Я сейчас офигею, если она тоже молодой персонаж. Нет, подросток, ну все. Так тому и быть. Надеюсь, она согласится прийти к нам на участок. Где ты делала Илью? Предложить посмотреть на звезды. А давайте сделаем вот так. Может, после этого начнут появляться романтические действия. Давай, приглашай Лукрецию. Будем дружиться с ней. О, скоро придет, вот дует. Так, давайте-ка. Искренний комплимент. Хвалить наряд. Узнать лучше. Все, она молодая. Малыш, что ты хочешь? Лепетать с Лидией, он хочет попросить почитать книгу. Ладно, мы пока занимаемся нашим Фотисом. Узнать, как прошел день. Так, подшутить, поднять настроение. Давайте поднимем. Ну и примем тоже действие. Похвалим внешний вид. Димитра, как у вас дела? Где у него тут в отношениях этот? Илья. На, вот он. Хорошо. А почему все, что ли, не появляется? Давайте еще раз похвалим внешний вид. Что ты делаешь? Где он? Тебе девушка пришла. Хвалить внешний вид. Все, давай. Иди, хвали внешний вид. Димитра. Где твой будущий, так сказать? Выразить восхищение и хвалить внешний вид. Да. Фотис, давай. А, Ксюшу мы отправим. Так, Гриша пришел с работы. Снова прокачивать космического монстра. Да, Гриша. Давай. Что он хочет? Рассмешить Фотиса, это потом. Покупает малыша. Давай, покупай Гошеньку. Фотис. Попрощаться, сфотографироваться. Давайте еще раз похвалим внешний вид. Димитра.
Shelba! Bernardo Yarin! Валять дурака, искренний комплимент. Хвалить внешний вид. Фотис. О, наконец-то. Пофлиртуем. Эй, куда ты уходишь? Не уходи, пожалуйста, не уходи. А, боже, нет. Романтика, хвалить внешний вид. Давай, иди быстро. Фотис, давай. Шептать нежности, посмотреть глубоко в глаза. Давайте посмотрим. Как мило. Давайте сфотографируем. Не обращайте внимания на фоновый шум. У меня на заднем плане. Я ничего с этим поделать не могу. Так, Димитра. Давай. Похвали внешний вид. Душевный разговор. Так, и заигрывать. И, наверное, после этого мы с ним попрощаемся, попросим уйти. И потом она пойдет покушает. Да. А Фотис у нас продолжает общаться с Лукрецией. Ну что? Ну-ка посмотрим, что там Виктория, повзрослела или нет. Видимо, нет. Нет, она все еще подросток, ну да ладно. Давайте еще дадим одно действие. Хвалить внешний вид, кокетничать. И я предлагаю на такой ноте закончить серию. Да, сейчас сделаю скрин. Гриша подглядывает. Предлагаю закончить серию. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. А с вами была Танами. Всем пока.